Так, друзья, всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас открытие замечательных, интереснейших контейнеров. Вот только-только я закончил замечательный стрим. Прямо сейчас уже будем забирать все призы, которые мы нафармили за сегодня. Спасибо всем, кто как бы там и на стриме был, кто вообще интересуется подобными открытиями замечательных контейнеров. Тоже, друзья, поддерживайте видос локусом. Я думаю, что открытие контейнеров будет в ближайшее время только и только больше. У меня там еще и простые контейнеры, но сегодня мы будем открывать исключительно ультра контейнеры, а именно 15 штучек сегодня мы их откроем. Поэтому я думаю, что надолго данный видос не затянется. Ну и плюс там какие-то определенные моменты есть, которые я еще хотел бы сегодня рассказать, но это уже будет после того, как уже полноценно данные контейнеры мы откроем. Сегодня я на голосе буду с Артемочкой. Артемочка может поздороваться. Да. Артемочка сегодня тоже открыл контейнеры. У него там довольно неплохо выпало. Да, было даже красное свечение. Поэтому в описании я, друзья, оставлю, конечно же, ссылочку на его канал. Не знаю, там, когда выйдет у него видеоролик, но в ближайшее время будет видос с тем, как он открывал ультра контейнеры, ему там довольно неплохо дропнуло. Поэтому сегодня мы прямо сейчас быстренько все забираем призы. Переходим полноценно уже на более интересную версию игры, потому что в HTML я точно не собираюсь открывать данные замечательные, интереснейшие ящики. Единственное, что я вам могу просто показать, что пятнашечка тут имеется, да, еще у нас там 36 простых, и что нам, по сути, там из синего осталось выбить только два устройства, и остались только там устройства дальше выбивать фиолетовым, нагибаторский и все прочее, короче, тут еще фиолетовым два эффекта может упасть и одна замечательная красочка, поэтому все, быстро переходим, закрываем этот HTML. Потому что в нем, как я уже сказал, открывать я точно контейнеры не буду. Обновляем супер мега лучший флеш клиент. И заходим уже полноценно на него. Че, Тёмочка, думаешь вообще, что мне дропнет сегодня? Ничего. Не, ну подожди, ну как ничего? Тебе с пятнашки упало довольно неплохо. Правильно? Правильно. Что мне упадет с этой пятнашки? Открывать я точно, друзья, буду по одному. Это, ну, вот 100%. То есть я даже и не буду там экспериментировать. Это моя личная схема. Если тебе... Вот сколько тебе вообще разных каких свечений упало? Сколько белых было? 10. 10 белых? Да. Блин. Давай, только мне 10 белых не надо, пожалуйста. Короче, друзья, я надеюсь на то, что мне повезет. Если вы открываете тоже контейнеры, надеюсь, что вам тоже будет вести. Я погнал. 125 двойного урона. Тимо сегодня ДДшки. Пришел чисто поорать того, что мне падать будет. Нормально, друзья. Я же надеюсь, что я не просто так скидывал 100 голдов, правильно? Не, ну если 10 белых будет, то это как... Я не просто так скидывал. Ух! 7. На декод идешь. Вообще на декодце нет, 8. 9 идет. Ух! Хорошее откатие сегодня будет на видосе. Все, сбил старик. А, нет, я пошутил. Все нормально. Ну я же говорю, все нормально. А, нет, нет. Друзья, вы не представляете, у меня, знаете, вот этот накопительные данные вот эти вот срабатывали прямо сейчас. Я уже хотел взрываться, просто взрываться хотел. От того, что мне ничего не падает. Ну просто ничего. Вы видели вот эти вот белые свечения? А сейчас я спокоен. Я определенно спокоен. Потому еще что все золотые устройства, которые есть, мне выпали. Я целиком и полностью рад этому замечательному событию, что у меня появилось еще одно замечательное устройство, но на нем я, наверное, играть не буду. Ну только если овечца побесить, потроллить можно. Ему сегодня оно тоже упало. Артемочки, оно не упало. Гаус. Все нормально, так что. Поэтому, друзья, ну это уже неплохо. Это уже неплохо. Сейчас бы еще бы одно золотое. Кстати, логично. Упал Гаус. А вам упало устройство на голову собой. Ну я хотя бы хоть не обоссался сильно. Ну и все.
Это все? Всем пока. Не, ну серьезно, как бы, ну, это печально, если честно. Если честно, это печально, друзья, когда ты выбиваешь 12 белых свечений. Ну, хорошо хоть упало, да? Хорошо хоть этот залп упал. То есть, если бы залпа не было, то это просто какой-то бред был бы полнейший. Хорошо хоть этот залп упал. 12 белых, 5 голдов и электромагнитный залп. А сколько он вообще стоит, Тём, в танкоинах? Не знаю. То есть вот как вы вообще, ребят, думаете, напишите в комментариях, стоило ли мне скидывать 100 голдов, набивать все эти супермиссии, дабы получить данный электромагнитный залп? Я считаю, что скорее всего стоило. Не сказать, что прям великолепно, но я все-таки останусь доволен тем, что я выбил хотя бы какое-то донатное, интересное, замечательное устройство, которое, возможно, можно будет даже как-то там прикол половить с ним. Но это больше рофл устройство, то есть это не какое-то там сверхнагибаторское, оно больше такое бесячее, играющее на нервы противнику, но явно не какое-то такое сверхинтересное. Ну и... Чего говоришь? ВММ может с ними играть они. Ну, я бы не сказал, что особо оно там будет так жестко нагибать. Ну, попробуем. Возможно, даже запишем видос. Я записывал на тестовом аккаунте видеоролик с данным замечательным устройством. Если хотите, можем записать и на основном аккаунте тоже видос с этим устройством. Если поддержите видос Лукасом, там в комментариях напишите. Я думаю, что можно будет тоже что-то сделать. Что я вам хотел, друзья, еще сказать. Я не говорил это нигде на стримах, мне кажется. Или говорил. Ну, в общем и целом, у меня на данный период времени скуплены, наконец-таки, уже все дроны. И я теперь уже приступаю к полноценному выкачиванию данных дронов постепенно, да. Я уже сегодня, да, то есть, нет, не сегодня, вчера дроны докупил, да, которые у меня там оставались с 30% скидкой. Не стал я уже ждать 50%, чтобы там еще больше сэкономить. Я посмотрел, что там всего лишь 150-ка разница. Поэтому я уже скупил все сегодня. Еще один дрон я вообще, по сути, получил на халяву. Не пришлось тратить лишних 90 тысяч кристаллов. Ну и ко всему этому теперь я без скидочек, как я вам всегда и говорю, буду выкачивать постепенно все данные, оставшиеся замечательные дроны. У меня их оставалось 6 штук. Поэтому тоже, возможно, в будущем, когда эти дроны уже будут выкачаны и, возможно, баланс изменится с дронами, будут какие-то интересные моменты, мы запишем их, расскажем, покажем. Да и вообще из тех дронов, которые я прикупил, как минимум один или два дрона есть, которые я бы хотел бы вообще протестировать на момент того времени, когда они будут фуловы. Поэтому посмотрим. Ну а я просто вам говорю о том, что прокачка данных дронов уже началась, и я думаю, что постепенно мы вместе с вами все это дело, конечно же, выпечем. При том раскладе, то, что кристаллы имеются, даже за сегодня я там нафармил порядка где-то около 300 тысяч кристаллов. Это довольно-таки неплохая цифра. Мне полноценно, я думаю, что если без МПК, ой, без ускорения качать, данного количества кристаллов, а именно 5 миллионов, хватит на прокачку всех этих дронов. Ну и постепенно выкачивая, при том раскладе, что нарко у меня есть. Это будет довольно-таки неплохо. Вот такой вот видеоролик на всем, друзья, получился. Если вам понравилось, если вам понравилось вообще данное открытие, если вы ждете данный замечательный гаусик, да, который у нас в ближайшее время может уже появиться на полях сражений, то поддержите данный видос лайком, подписочкой на канал. Ну, а с вами был мистер Ванька и супер-мега-везучий человек, который, к сожалению, до сих пор данного замечательного устройства не выбил, Артемочка. Всем удачи и всем пока. Пока.